Ты снимешь, а потом всем привет! Вы на канале «Замечтательная жизнь». Замечтательная приехала в гости к мамочке 3D. Вы знаете, ехали сейчас вот по этой проселочной дороге, я вообще не понимаю. Это ездить, это просто, вот там вот я не знаю, видно, не видно, наверное. Машина застряла, я около ее даже проехать не могла. Там мужик садился и мою машину провез через них. Вон там много-много. Там две машины стоит, одна другой помогает. Ой, у них так на проселочной дороге, это вообще что-то. Вот Денис, они пошли помогать. Ты взял телефон-то? А что без рукавиц-то? Ну, давай, иди, снимайте видео. Расскажи, как, чего. В общем, пошли они помочь, поснимать видео. А мы приехали в гости. Сегодня в баню пойдем. Баню будем топить. Баню дед нам истопит. Вот тут с продуктами со своими. Полная машина продуктов. Ой, вообще метет тоже. Ну, сейчас снега немного, но ночью мело. Тоже заметает. У них это проселочная дорога. Так это вообще, конечно... Я ехала, наверное, 3 километра в час. Все сливается, дорогу не видно. Как ехать не видно, а все чуть вправо, чуть влево, все. Это, как говорится, уже ты сядешь на обочину и хрен вылезешь. Я просто все время в панике, когда еду, потому что я уже в том году тоже... А вон они, сейчас вот здесь отсюда видно. Вон дети пошли. Вон машины, видите, стоят. Белая вон застряла. А синяя помогает вытаскивать, не знаю. И не может ведь вытащить-то. Вот наши малыши-коротыши. Вот чистим круглосуточно. Ночью тоже выходите, да, чистить? Вон там собаки, вон бегают, прыгают. Вон они. Там их два одинаковых пса-то оказывается. Вон собачки. Вон собачки резвятся.